Ребята, сегодня 6 апреля 2020 года. Нахожусь от около Сколоковского магазина, который на гребле находится. Сейчас зайду у него, покажу вам, сколько стоит чеснок. Смотрите, в обморок не упадите все тут. Это чеснок. Интересно, кто регуляцией цен у нас сейчас занимается. Вот такие дела. Девушка, скажите, а давно цена такая на чеснок? Не надо меня снимать, мне не право. Можете пожаловаться в полицию на меня. Пожалуйста, в полицию. Кто вам сказал, что я не имею права снимать? Конечно. Вот такие дела. Не имею права снимать. Опять запрет. Всем хорошего дня, не болейте.